дураки в этом, они же не понимают о том, что раз их никто не это самое не контролирует, ну, вот пришло время, никто не это самое, то можно до самой до гадости, до любой идти. Но я считаю, что таких людей все-таки надо выкорчевывать. Ну, выключили свет, выключили. Ну, я говорю, ну как, 91 год мне уже, 92 год будет. Я без света сижу неделю или 10 дней без света, без ничего. Юрий Александрович, они погашены. А дальше уже мы будем разбираться, потому что вот вы слышали, там много вопросов. Настоящий фронтовик, который продолжает вести борьбу. Плохо, что даже в наше время.